Добрый вечер, друзья! Приветствую всех на канале Волк War Games. Это военные игры с Волком. Сегодня на канале продолжение прохождения игры Battlefield Hardline, 7-я серия. Назвал ее «Бойня на Голливудских холмах». Сегодня нам предстоит совершить экскурсию в элитный район Лос-Анджелеса, побывать в крайне таком интересном доме. Вот. В современном дворце, можно сказать. Ну, естественно, провести там сеанс боевых действий, вот, и разнести окрестности, в общем-то. Ну, надеюсь, понравится, проходил как мог. Собственно, остается только отсмотреть это дело. Все, друзья, приятного просмотра. Комментарии мои, если будут, то минимальные, как всегда, в этой игре. Приятного просмотра. Ранее в Hardline. Вместе мы создадим будущее правопорядка. У твоего старого капитана было свое дело. Дилерский центр. Крыша корейской мафии. Я все же найду их. У нас там свой человек. Его зовут Бумер. Ганг набивает эти тачки наркотой. А парни Доуза отправляют поезда. Мы отстраним этого Ганга от дела. Да здесь этой наркоты на 10 миллионов баксов. Я заберу это отсюда. Давай! Вот чего! Расскажешь нам что-нибудь новенькое? Тебе правда интересны технические штуки, которыми я сейчас занимаюсь? Нет. Уже кое-что. Что это? Приглашение на вечеринку. Отправлено Кангу. Еще интересный список получателей. Наполовину из них я работал. Написано, что вечеринка на горе Олимп. Кот, что ли, какой-то? Хочешь верь, хочешь нет, но это район. И тусовка сегодня вечером. Мы с Хай проверим. Ты как за? Не очень тусовки люблю, но... Так уж и быть. Секси. Рванет. Где ты взяла эту штуку? У Бумера. Он работал с несколькими грабителями банков. Попробуем проникнуть туда, но не через парадный вход. Если мы хотим проникнуть туда, нужно все делать скрытно. Так чей это дом? Нила Роарка. Стрёмный чувак. По уши в наркоте, оружие. В общем, тот, кто не прочь бы проспонсировать охрану Доуза. Я так думаю... У него серьезная охрана, поэтому... Я взяла это. Насчет тревоги не волнуйся, сеть отключена. Это просто аварийное освещение. Электричества нет. Поверь мне, Бумер знает свою работу. Ладно, давай туда. Мы на месте. Теперь надо придумать, куда поставить жучок. Бумер сказал, полно народу ехало навстречу. Давай поищем конференц-зал или кабинет какой-нибудь. Сюда.
Мне кажется, или здесь слишком тихо? Если стрелять не будем, то да. Проверим, что там сверху. Что за ушлепок может жить в таком месте? Богатый ушлепок. Богатый голливудский ушлепок. Ага. Давай проверим наверху. Наверное, устройство камина меня больше всего здесь поразило. Очень интересная концепция. Если бы это был твой дом, где бы ты проводил тайные встречи? Уж точно не внизу. Пошли наверх. Сверху. К черту этот дом. И виды из окон. Но впечатляет, ничего не скажешь. Как и считал за отопление, если бы этот дом существовал где-то у нас. Подозреваю, это твое первое ограбление. Идем наверх. Стой, слышал? Через 2 часа, да? В сообщении Канга так было написано. Куда нам поставить жучок? Похоже на конференц-зал. Наверное, у них тут встреча.
наводить порядок. Окей. Жучок на месте. Валим. Ой. Черт. Давай. Свет включился. Пришлось пробовать генератор. Я просто думал, что в полночь. График изменили. Прошу, проходите, господа. Располагайтесь. Я думал, Канг должен быть здесь. Канг не придет. У него жена приболела. Ей всего 25. Какие там болезни? Канг больше не в деле. Официально. Именно поэтому мы собрались раньше. Я думал, ты должен защищать его. Мы обеспечивали несколько уровней защиты. Кто его убил? Ты? Я в этом не участвую. Господа, сядьте. Заткнитесь. И дайте ему договорить. Знаете, парни, это не так уж и сложно. В Майами мы примеряли таких ушлепков, как вы. Все дела решали только так, переговорами. Так вот, нам не нужна твоя территория или продукция. У нас есть своя сеть копов, контрактников и пограничников. Если ты платишь нам, у тебя появляется доступ к этой сети. Я работал в Майами, поэтому люблю видеть, когда наши местные светила начинают думать, как настоящие бизнесмены. Ну вот. А теперь, господа, ожидайте лимузин, забитый лучшими студентками-косметологами Голливуда. Пройдите в бум-бум-комнату. И наслаждайтесь. Хочешь поговорить об этом? Тот, кто замочил Канга, возможно, мой старый друг. Мне нужно просто поговорить кое с кем. Сегодня позже вечером вернусь. Смею заверить, твои деньги будут храниться в моей святая святых. Этот ублюдок здесь? Хай. Если вылезем в окно, то сможем догнать его. Забей на Стоддарда, у меня идея. Что? Дай-ка телефон. Там есть что-нибудь важное? Игрушка про конфетки. Если положим этот телефон в один из портфелей, отследим его. Хочешь стащить грязные деньги Доуза, пока их не отмыли? Ага. Хорошо звучит, но ты сам по себе. Что? Мне надо побеседовать с сержантом Стоддардом. Мы не сможем проскользнуть здесь вместе. Ха-ха-ха. Давай, подтолкни меня. Как я мог довериться тебе? Это лично. Личное? Ты помогла Доузу и Стоддарду упрятать меня на 3 года. Это не личное? Извини, что огорчила. Моя мать умерла, пока я был в тюрьме, Хай. Боже, Ник. Знаешь что? Заткнись. Мне плевать на тебя. А вот такие интересные отношения. Ну, я бы, конечно, предпочел, чтобы все это было в рамках полицейской истории, а не вот такого стандартного, когда подставили, выкинули и начинается месть. Это, честно говоря, достаточно избитый сюжет, который повторялся бесчисленное количество раз. Но лучше так, чем ничего, конечно. Да хрен его знает. Не, у нас полно кокса. Ну, это же не моя проблема, да? Да хрен.
сколько на той неделе? Это 85. А если по-честному? Примерно 95. Так, сделка со Стоддардом. Насколько это серьезно? Рорк серьезно берется. Плохо это. У таких копов чести нет. Сказал тот, кто жульничает в гольфе. Какого хрена этот чувак в шлеме молчит всегда? О, этот лайнган просто чудо! Ребята, походу, там в кризис режутся. Ну, нечто похожее. Не реагирует. Черт! Нашего завалили!
Я возвращаюсь. Вот дерьмо! Вы видите? Вы видите? Рассмотрите тут все! Расстаньте его! Он там! А так хорошо все, что, черт побери. Да! Он тут! Выкурите этих ублюдков! Вижу его! Найдите его! Эй! Эй, какого? Эй, у нас гость! Вижу его! Берегись! Вот ублюдок! Да! Выкурите его! Он в другой комнате! Куда? Смотрите, сверху! Ого! Он где-то здесь. Эй, гараж! Должен быть здесь. Разбивается почти все. К сожалению. Напоминаю, что сложность ветеран. Дубль 2. Неделя. Это 85. А если по-честному? Примерно 95. Так, сделка со Стоддардом. Насколько это серьезно? Рорк серьезно берется. Плохо это. У таких копов чести нет. Сказал тот, кто жульничает в гольфе. И что теперь? И что теперь? Ну, эти парни просто заходят в дом, поэтому было принято решение ликвидировать их прямо с балкона, пока они не смешали нам все карты. Было опасно, но вроде прокатил. Тем более музыка играет, люди все заняты делом. О, этот Flying Gun просто чудо!
Что это? Можно задуматься о вреде компьютерных игр. По крайней мере, во время работы. Ничего! А мне крайне не понравилась эта система с выглядыванием вправо-влево, которую почему-то завели на клавиши мыши. Это крайне неудобно. Черт, это мне надо взять. Непонятно, да, чем обосновано. Предложение Доуза сэкономит кучу бабла. Это еще что? Ну, без вариантов. Вообще, с видимостью большие проблемы здесь у людей, поскольку мы частенько оказываемся вообще в секторе периферического зрения, где нас, по идее, должны были бы обнаружить, но тем не менее... Игра на нашей стороне даже на максимальном уровне сложности. Че, когда девки-то приедут? Используй правильную терминологию. Секс-рабыня. Извини. Когда девки приедут? Через час. Отличные эффекты, что сразу все не разлетается. Прям вот классно. С разбега что-то тоже. Эй, там проверили? Посмотрим, что тут. Никто не должен скрыться. Ищите дальше! Проверьте там. Смотрите там. Никто не должен скрыться. Ты
Проверьте тут все. Идите дальше. Проверьте там. Эй, там проверили? Домой знак вырубили. Кто-то вырубил одного из знака. За ним! Это что? За ним! Это что за хрень? Сюда! Берегись! У него совсем крыша двинулась. Сюда! Он там! Он здесь! Сюда! Сюда! Давай, ну же! Он там! Сюда! Давай! Какого хрена? Выкуриваю! А вот это было непонятно. А! Слезоточивый газ закинули. Он должен быть здесь. Где он? Не рискует входить, обратили внимание. Он где-то здесь. Прямо вот не хочет он входить сюда, в это помещение. А я хотел попробовать, простреливает ли пуля. Он ушел сюда! Баллон. Но все-таки он решил войти, и это его и погубило. Хотя вот, честно говоря, я не очень понимаю в этой игре, какой смысл после того, как мы перестали быть полицейским, арестовывать. Нужно комбинацию сейфа. То есть мы все равно не можем передать этих людей правоохранительным органам, поэтому логичнее было бы, соответственно, этих нехороших людей уничтожать, ну. Условности игры. Ну вот, а с двух выстрелов уже все происходит. Вот дерьмо! По идее, один остался вроде как. Огонь! И не хватает такого пробега по-голливудски. Ты бежишь, по тебе стреляют, и окна за тобой рушатся. Главное в глине соскочить какой-нибудь. Оп, соскочил. Но сразу бассейн. Вот этот момент я очень сильно переживал, поскольку еще одна пуля, и, соответственно, пришлось бы переигрывать заново. Но это уже звуки вечеринки у соседей, я так понимаю, там тоже какие-то бандюки обитают. Thank you.
после зачистки начинается утомительный поиск улик. Нет, ты слишком толстый для такого окна. У меня возникли трудности с поиском, где эта штуковина находится. В принципе, это не обязательно искать. Это актуально. Ну, возможно, даже для сетевой игры. Потому что имеющегося запаса вооружения в игре, в общем-то, хватает. Даже если чего-то не открывает. Даже интрига, найду или нет. 7,33 метра это за стеной. Чтоб как туда попасть? Это я поддался бессильной злобе. И классовому негодованию. Ну где эта зараза? Все, из дома мы вышли. Где эта штука осталась, я так и не понял. Эй, в смысле лимузин задерживается? Какого хрена вообще? Я же сказал водителю, куда ехать. По дороге Азимандиас, до Азимандиас Авеню, потом налево, прямо до Оушен Вью, дальше направо, на проезд Оушен Вью. Какие достойные люди здесь обитают, обратите внимание. Ну, локация в целом очень хорошая, мне понравилось, приятно было. Это место заставило вспомнить о Хитмане. I'm going to go back to the
Свалим на домработницу Рорка. Скажем, что видели, как ее дитё носилось тут с этой штуковиной. Он сломает ему шею. Что, если Рорк убьет этого паренька? Это... Да, ты прав. Думаешь, Рорка Перепихон с его тренершей по теннису? Хотелось бы верить. Кто она? Американка? Думаю, эстонка. Один хрен. Поедим сегодня, Миксель. Видите? Смотрим себе. Средняя прожарка, только так нужно готовить мясо. Вот там что-то не прожарилось. Тут все тихо. Теперь нет. Снял. И вот еще одна ошибка. Сейчас бы, конечно, сразу пулемет, но уж больно это неинтеллигентно, как вы понимаете. В смысле лимузин задерживается? Какого хрена вообще? Я же сказал водиле, куда ехать. По дороге Азимандиас, до Азимандиаса Авеню, потом налево, прямо до Оушенвью, дальше направо. Стоять! Не смей... Ух ты, какой смачный косяк завернули. Да? Что там у тебя? Канадский бекон. От хорошего трансфизиолога. Что, американской травы тебе не годится? Попробуй. Черт, моя трава!
мой друг Джордан дал мне эту хрень. Скажи Джордану, пусть пришлет канадский фильм. Самое время еще одну закрутить. Вот интересно, если этого человека через решетку попытаться задержать, он среагирует на это или нет? Вот только сейчас одна мысль пришла в голову. Что это? Любитель гольфа. Двигайся! Я тут враг бросаю оружие. Чувак убит! Какого хрена? Всем испортили праздник. Сверху! Да!
Туда, сюда. Суровый туда, выбор. Туда. До этого в игре я ни разу не променял. Нашли его! У него совсем крыша двинулась. Туда! Куда он исчез? Не дайте ему удрать! Возвращайтесь по двору! Какого черта? Смысл беготни в том, что нужно задержать живым от того приятеля, который внизу со знаком наручников ходит. Поэтому вот такие вот забеги приходится устраивать. Чтобы его не убить случайно. А подкрасться к нему желательно со спины. Будем брать, негодяи. Хотя зачем? Абсолютно непонятно. В общем, так я не нашел и не понял, где оно лежит абсолютно. Осталось это невыясненным. Внезапный товарищ, которого я не ожидал здесь встретить абсолютно.
Но тем не менее мы приближаемся к финишной прямой. Нам осталось посетить еще один интересный дом. Погнали! Еще один акт хулиганств. Еще один замечательный домик. Замечательная планировка. Прямо вот интересно. Как бы на денек побывать в таком месте. Замечательно. Я вот представил, если случайно протечка из-за того, что кто-то... Ну, это будет очень весело, если разобьется один сегмент и все это вниз. Так, ну и вот. У нас два варианта открыть одно или другое, и вот попробуй догадайся. Я сделал неправильно. Ты даже понятия не имеешь, кто я такой. Потому что если бы имел, то не стал бы обворовывать меня. А может, мне совсем не страшно? Итак, ты мексиканец, поэтому я полагаю, ты грабитель. А еще я полагаю, что ты не простой грабитель. В этом районе полно менее охраняемых домов, но ты решил ограбить мой. Не могу понять, почему? Эй, хотел проверить себя. Ну, тогда продолжим испытание. Я нажал кнопку,
и к тебе уже несется десяток укуренных психопатов с автоматами. Тебе страшно? Мне так не кажется. По крайней мере, отсюда. А, да, очень умно. Работаете в паре, да? Скажем так. Снимаю шляпу. Правда. Вам, думаю, вам двоим лучше забрать все бабки, которые только сможете унести, и быстро потратить их. Но купить на все эти деньги золото, чертову яхту... Заткнись! Вот так. Мы мзды не берем. Просто зашла проведать. Отключи тревогу! А, не получается. К тебе идут гости. Вот о чем я и говорю. Черт! Обрез двустволки все еще актуален, но, конечно, такое количество противников с ним победить весьма проблематично, поэтому берем нечто более совершенное. Не надо будет возиться. Это да. Нашла Стоддарда? Я и не пыталась. Я знала, что тебе понадобится помощь. Спасибо, кстати. Пора идти. Так все-таки, что Доус и Стоддард сделали тебе? Скажем так,
Я не была тем человеком, кто пользовался своим напарником. Справедливо. Просто чтоб ты знал. Дело не в том, чтобы убить Доуза. Мне это не надо. Тогда в чем? Для тебя. Что тебе надо? Хочу разорить его. Ведь это то, чем он занимается. Он разоряет других. А Стоддарт? А Стоддарда можно просто грохнуть. Думаю, еще подстрелишь его. Сегодня Стоддарт придет за нами. Ну а на сегодня борьба с преступностью закончена. Всем спасибо, кто смотрел. И увидимся в следующей серии. Осталось не так много. Далее в Hardline. У меня хорошие новости. Терпеть не могу эту пустыню. Тут все изменилось. Очень.